Привет, с вами Вилском, вы прочитали название и такие: вау, что за наушники такие, которые лучше в 3 раза, чем AirPods, что они должны уметь, что с ними происходит? А я вам скажу, в сознании русского человека все, что дешевле, то лучше. И если наушники есть в 3 раза дешевле, чем AirPods, но при этом не уступают им в основных показателях, значит они в 3 раза лучше. Логично? Логично. И сегодня у нас есть такие, зашлите мне их по красоте. Это наши старые друзья Ellary. В данном случае новая моделька, которая называется EarDrops. И на коробочке нас встречает Джахалип, на секундочку, говорит: реально хорошие уши, отвечает своими ушами за качество этих ушей. В других наушниках слишком такой много саба, и ты слышишь только один бас, и все остальные частоты по закону физики, они перекрываются басом. Вот, и очень важно, что здесь есть раздельность, то есть есть низ, есть середина, есть верха. Мы с вами сейчас их посмотрим. А самое интересное, поскольку, ну, сложно передать вам ощущения от этих наушников будет мне, а небольшой спойлер, я их уже открывал, слушал и убедился, что они классные. Мы пойдем на улицу Москвы и попросим вас, моих зрителей, оценить эти самые наушники. Поехали. Вот эти наушники стоят примерно 14 тысяч рублей, чуть больше, чуть меньше, в зависимости от того, где вы их найдете. И мы говорим про версию в базовом чехле, то есть здесь нет поддержки беспроводной зарядки. Эти наушники давно на рынке, отлично себя зарекомендовали, это классные наушники Everyday, но я вам уже говорил, что они с точки зрения музыкальных возможностей проигрывают практически всему. И у вас сейчас может возникнуть вопрос, где-то тут Тимати там пролетел, короче, а может быть на Алиэкспрессе взять уши, потому что за 1000 рублей ты покупаешь себе килограммы и счастье живешь? Я вам скажу так, может быть и можно, но я бы не стал. Мне лично в свои уши, а я всякого повидал, не очень хочется пихать наушники с китайского адского Алиэкспресса. Потому что вы даже не представляете, в каких условиях это все делается и как это все происходит, если нет контроля, если нет адекватной истории. Но, я говорю, это моя позиция, вы можете сказать: да, фигня, они стоят 1000 рублей, что-то хотел, там, нормально. Ну, а если завтра пойдет аллергическая реакция и прочее, ну, как бы, ты всегда чем-то рискуешь. Кто, знаешь, не рискует, тот не слушает уши за 1000 рублей. Вы можете мне снова возразить и сказать: Валя, ладно, там китайский ноунейм, это понятно, но можно взять божественный Xiaomi за 3000, за 2000, по скидке за 1500, окей? Я скажу: да не вопрос, и не победить Алиэкспресс, тут надо очевидно понимать, что эти ребята абсолютно бессмертные. А Джек Ма, который выходит в косухе с оранжевой гитарой и просто говорит: я ухожу из совета директоров, но вот этот чувак будет вместо меня, ты сразу понимаешь, что он серьезно настроен. Поэтому здесь речь идет о том... Речь идет о том, что вот эти наушники продаются во всех сетевых магазинах России. Хочешь Связной, хочешь МВидео, хочешь Эльдорадо, хочешь в каталоге Аэрофлота можешь заказать, что происходит. И вот в этом смысле это лучший вариант, когда у тебя есть немного денег и срочно нужны наушники. Мне тут недавно пришлось страдать. Я летел в Самару, в Самаре было круто, классно и так далее, но у меня не было наушников. Еще по пути туда я кое-как пострадал, а вот на обратном пути я решил... Куплю себе, что правильно, AirPods. Я сделал это непосредственно в аэропорту в автомате. Это выглядело максимально нелепо, я переплатил, но типа хрен бы с ним. Если бы я в аэропорту увидел вот эти наушники, я бы их купил с большим удовольствием, потому что это еще и затычки наши с вами любимые, которые неплохо гасят внешний шум, и в самолете они куда больше подходят, чем вот эти. Но и с точки зрения музыки, это вам спойлер вперед, эти наушники тупо лучше. Ну, здесь поинтереснее звук, потому что еще раз из-за конструкции, уже в первую очередь, эти наушники открытого типа, здесь, ну, ты слышишь все. Но это наушники, еще раз, лучшие, которые есть на рынке, как everyday и на любую задачу. Хочешь как гарнитуру, хочешь как наушники, хочешь один, хочешь два и так далее. Здесь мы в большей степени говорим про музыку. Именно поэтому на обложке музыкант, именно поэтому ставка делается на качество звука. Ну, давайте посмотрим, что в коробке. Единственное, что нас сразу встречает с вами как классного, это 3 месяца подписки Яндекс Плюс в подарок. Мне кажется, это приятный бонус. Почему нет? Я, кстати, полюбил Яндекс Музыку, очень сильно полюбил, потому что Apple Музыка, все-таки подборка там какая-то вообще непонятно по какой логике живет, особенно в iOS 13, что-то мне какие-то он такие странные треки подсовывает, такие он мне плейлисты собирает, что я такой: я вообще это не слушаю, где ты это взял? Яндекс я просто включил, хрен знает, как он просканировал медиатеку, фиг знает, что он сделал, он просто попал, и там есть плейлист дня, я его запускаю и просто фу, все нравится, даже ничего скипать не надо. Вскрываю
коробку. И знаете, что вам хочу сказать? Здесь у нас из интересного это Bluetooth 5.0, а это значит широкий диапазон использования, потому что вы можете подключать две пары этих наушников, например, к своему iPad, замечательному Pro, и смотреть видосы прям в красоте. Здесь у нас USB Type-C, это уровень. Опять же, мы с вами понимаем, что в 2019 без Type-C никуда. Такая очень маленькая, очень компактная коробочка. Здесь у нас с вами есть вот как раз карта на Яндекс.Плюс, а это не только музыка, это еще и другие сервисы Яндекса в подарок. Всякая макулатура, понятно, и вот так выглядят наши наушники. Вот такие беленькие, аккуратненькие. Сверху пленочку долой. Внутри на наушничках тоже пленочка есть. Ее тоже можно убрать. И на самом деле это очень компактные наушники. Очень мне, по крайней мере, ухо легли анатомично. Потому что ты вот так вот берешь его, вставляешь. Чпуньк, они держатся, вообще хрен вывалится. То есть в этом смысле затычка. Они легкие, сам наушник весит аж 4 грамма. Здесь у нас с вами запас игры от одного заряда, конкретно ушей, 4 часа. Вот так вот. То есть вам хватит, когда вы из кейса полностью заряженные достанете, на 4 часа игры. Потом вы сможете перезарядить их с помощью магнитного кейса еще 4 раза. И что такое магнитный кейс в данном случае? Это то, что, во-первых, вы кладете ухо, смотрите, оно примагничивается. Да? То есть вы его так плюс-минус попадаете, и оно такое чпуньк, примагнитилось. И второй момент, они не выпадают. Ну, то есть, не будет возможности их потерять внезапно, когда вы там на улице где-то достаете. Обратите внимание на коробку. Может сложиться впечатление, что это все. Ну, то есть, как бы, ну, весь комплект. Нет, у нас сбоку, вот здесь, с одной стороны и с другой, находятся еще аксессуары. Вот в этом месте, я так думаю, провод, да, USB-C, причем полноценный, смотрите, длинный провод, который позволит вам эти наушники заряжать без страданий. Вот так это выглядит. Опа! И заряжаешь. А с другой стороны лежат еще дополнительно резиночки, которые подойдут конкретно для ваших ушей, если стандартные вам не очень ок. Они также беленькие, 3 в сумме, один комплект побольше, другой комплект поменьше, для того, чтобы вы подобрали точно под себя. Это важно, потому что, еще раз, наушник держится вот таким вот образом, и это прямо красота. Здесь у нас с вами панель, которая еще и кнопочка до кучи, вы ее нажимаете для того, чтобы взаимодействовать с наушником. Здесь есть маленький диодик, который мигает, показывает, как это все подключается и синхронизируется. Вот видите, мигает беленьким, мы понимаем, что он сейчас в режиме сопряжения находится. В самом кейсе также есть непосредственно индикатор, который показывает уровень заряда кейса, и это тоже дико удобно. А когда мы кладем наушнички внутрь, они оба горят красным, и как бы говорят нам, что заряжаются. Как, собственно, перестают гореть, значит, перестали зарядиться. Супер просто, супер понятно, и это все еще из soft-touch пластика. И я думаю, вы понимаете, что наушнички действительно годные, он действительно неплохие, мне очень нравится форма. Я подобного, по крайней мере, не встречал, вот, особенно за эти деньги. Хороший ценник на хорошие наушники. Но мы с вами понимаем, что какими бы симпатичными они ни были, во-первых, True Wireless наушниками сегодня никого не удивить, ценой на наушники никого не удивить. Единственное, что действительно здесь может быть хорошо, это звук. Именно поэтому прямо сейчас мы с вами идем на улице Москвы, и все, кто подойдут со мной сфоткаться, мы будем предлагать послушать наушники. Новые из коробки, а потом сразу и подарим их. Погнали! У нас тут тест проходит на улице городской. Вот здесь наушники. Джохалип рекомендует. Реально хорошие уши. Можно попросить послушать их? Они конечно новые, классные, чистые, все как положено. У меня как раз проблема с ушами. У меня все всегда выпадает. Да, но это вот... Поэтому мы затестим. В том числе анатомию. Их надо вставлять вот так, получается, чуть-чуть вверх. Вот, нет, еще сейчас я поправлю. Вот так вот. Там вообще в комплекте идут 3 варианта насадок. Соответственно, на можно деле, выбрать. Я вас очень плохо слышу вот сейчас. Я сейчас включу музыку. Ну, почему нет? Вопрос. Соответственно, у них хорошая шумоизоляция, я правильно понимаю? То есть, когда вставляешь резинку, это уже по умолчанию фокус. Я очень с напрягом вас слышала. Да, это правильно, это так и должно быть. Второй вопрос. Сколько они стоят примерно? Ну, по ощущениям. То есть, вот кейс магнитный, вот маленькие наушнички, вся фигня. Ну, давайте я дам им 12, но мне кажется, может, они вообще дороже. Не, на самом деле, они стоят 4. 4 тысячи рублей, да. То есть пойду их покупать. Не, на самом деле, мы вышли на улицу, потому что я, когда в роликах рассказываю людям, говорю, мне звук нравится, но тяжело, да, потому что у всех свои уши, свои эти. Вот мы поспрашивали людей на улице, как им заходит, нет. В целом, народ оценивает их шумоизоляцию, потому что затычка достаточно легкий, удобный, вставил в ухо, забыл, ну и неплохое качество звучания. Вот, собственно, основные преимущества и главное, конечно, стоимость 4 тысячи рублей. Поэтому мы их подарим. Спасибо за участие в нашем эксперименте. Попробуем послушать. А да, можно да, конечно. У-у-у! Спасибо большое, очень приятно. У нас есть наушники. Вот такие беспроводные. Есть сейчас наушники какие-нибудь? Нет. Вот, тогда вот эти вот. Первый вопрос. Оценить, сколько стоит? Ну, примерно.
Вот такой кейс, магнитные наушники, затычки. Ну, тысячи две-три. Тысячи две-три, ага. Ну, близко, четыре. Четыре стоят. Ну, смотри, вот такая коробка, это Джахалип, может быть, знаешь такого, да? Соответственно, он говорит, реально хорошие уши, рекомендую, все дела. А теперь я тебя попрошу их вставить и послушать, они чистые, новые. Мы их никому еще не давали. Так, нужно какую-нибудь музыку. А какую ты музыку слушаешь давайте обычно? Джахалиба. А, собственно, да, чё бы нет. Тогда звук погромче. Прилично. Хороший, да? Нормальный бас. Да. Не, ну там, знаешь, там, в отличие от обычных таких китайских ушей, там нет такого перегруженного баса, чтобы тебе там бум-бум-бум. Они пытались сохранить и средние, и высокие, и всякие другие. Вот это с одного уха не поймешь, надо два. Они как затычки, да, у них есть вот этот эффект сразу глуши, да? Да. Ну и что, а у тебя есть какие-нибудь наушники? Ну, используешь какие-нибудь сейчас, нет? У меня такие проводные пока. Ага. Я понял. Ну, ты чувствуешь, да, что качество звука получше? В этом и весь кайф. Слушай, давай мы тогда тебе их подарим. А? Будут беспроводные наушники. Пользуйся. Я надеюсь, что залетят. Спасибо большое. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Смотри, у нас есть народный тест, короче. Наушники. Так, Ларри, может, слышали, я про такие рассказывал. Это новые наушники. Попробуй послушать и сказать свое мнение. По идее, они просто коннектятся, вот их эскиз, когда достал, они уже, если спаренные, они должны подключиться. Mm-hmm. И смотри, вставлять их нужно только не вниз, а вот как бы вверх, получается, этим хвостиком, потому что там анатомическая штука. Трэвис Скотт может. Трэвис Скотт, окей, да? Так. Слушаем. Ну, четкий звук. Нормальный, да? Да, четкий такой звук. Вот слышите? Теперь смотри, теперь вопрос. А как ты думаешь, сколько они стоят? Мне кажется, тысяч 8-7. 8-7. На самом деле 4. Ну, нормальная история. Ну да, прикольно типа. Ну вот. А мы тебе их подарим. Давай, чтобы они у тебя остались. Потому что чё бы нет. Спасибо за помощь. Спасибо. Вставляй их себе в уши. Они новые, чистые, классные. Ты какую музыку слушаешь вообще? А я меломан, если честно. Да? Да? Ну, что-нибудь есть такое, что можно в Apple музыке найти? Ну, любую. Ну, вот у нас тут Трэвис Скотт есть для теста. Я не знаю, может быть, тебе зайдет. Давай посмотрим какой-нибудь его последний, вот что-нибудь вот из этого. И давай я крутану где-нибудь на середину, чтобы вот оценить. По сравнению с AirPods я могу сказать то, что шумоизоляция. Да-да-да, за счет того, что это затычка, сразу у тебя отсекаются шумулицы. Особенно, когда ты в метро будешь ехать, это будет помогать. Ну, вот это основная плюха. При этом, конечно, AirPods более универсальные наушники, потому что это и гарнитура, один подключил и так далее. Но для музыки такая история. Смотри, вопрос. Как ты думаешь, сколько они стоят? Сколько они стоят? С учетом того, что это тоже True Wireless, все дела и так далее. 10-12 тысяч. 10-12. Да. На самом деле 4. 3990, да, причем тебе дают еще Яндекс.Музыку на 3 месяца с плюсом. И, ну, в общем, это магнитный кейс, это USB-C зарядка, в общем, вполне себе годное предложение. Да, мы тебе их подарим. Спасибо большое за участие в нашем маленьком проекте. Спасибо. Спасибо большое. Город Курган, привет. Во, все правильно. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Ну что ж, на улице подарков надарила, а нам скажете, что как, сидеть облизываться? Да нет, конечно же, друзья, можете облизываться и параллельно участвовать в нашем конкурсе. Вот эти наушники беленькие, еще такие же черненькие, мы разыграем среди вас, моих любимых подписчиков в интернете. Для этого вам нужно подписаться или быть подписанным на канал Wylsacom, оставить один комментарий и поставить этому видосу лайк. Наши три золотых правила. Через неделю подводим итоги на канале Wylsastream. Кто-то из вас получит этот очень приятный наборчик, потому что для прослушивания музыки это хорошо. Более того, я вам скажу, что вот в моем кейсе, например, у меня есть место и для AirPods, потому что эти наушники всегда лежат у меня, и для Elari, и для саней с шумодавом, про который я вам рассказывал, и про Sennheiser замечательные, и про многие-многие другие вещи, потому что еще раз, в современном мире, по крайней мере, как я это вижу, да, вы скажете, дорого и тра-та-та, ну, блин, под разные задачи разные вот эти вот все наушники отлично подходят. Спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на канал, как обычно, я с вами не прощаюсь, потому что в интернете, и это значит, совсем скоро увидимся.